Операция удалась. В феврале многодетная мама Лилия Шевчик обратилась на горячую линию председателя ЗС Владимира Киселева с просьбой оказать посильную помощь. Четверо из 16 ее детей нуждались в профессиональной диагностике зрения. Вылечить самостоятельно семье не по карману. Помощь пришла. Ребят обследовали в Москве, в одной из ведущих офтальмологических клиник России. 14-летнему Данилу и 16-летнему Борису специалисты Центра коррекции зрения профессора Игоря Медведева выписали очки, а вот 11-летней Веронике назначили операцию. Девочка вернулась домой. Операция прошла успешно. У Вероники, можно сказать, начинается новая жизнь. Мы ждали, когда нам скажут, что можно ехать. И она так этого времени ждала. Но чего-то необычного, что-то в ее жизни изменится. Отчего как ребенок она страдала. То, что как бы неполноценность в этом роде. С косоглазием, что там детки нет-нет, там причина есть. Да, могут сказать, там коса или чего-то. Сегодня эта операция проведена. Вот девочка Вероника. Значит, она очень довольна. Когда я ее спросил, тебе нравится вообще, хорошо тебе, вот так скажем, после операции с глазами, она сказала, да, хорошо. Я говорю, а чем хорошо-то? Она думала, думала, сказала, самое главное, что дразнить не буду. Но я сказал, что если, так скажем, будут дразнить, пусть скажут, что дядя Володя приедет, уж надерет тем, кто дразнит. К слову, это уже не первая помощь многодетной семье от спикера Заксобрания. Полгода назад Владимир Киселев помог Шевчикам с ремонтом дома. Руководитель регионального парламента нашел спонсоров. Вопрос решили за 2 месяца. Теперь у каждого ребенка в доме свой собственный уютный уголок.